Федеральные полицейские совместно с региональными коллегами накрыли преступное сообщество в Александровском районе. В одном из частных домов оперативники обнаружили подпольную нарколабораторию, в которой злоумышленники синтезировали наркотики катиноновой группы. По предварительной оценке полиции, здесь могло производиться до 100 килограммов запрещенных веществ в месяц. Изъятый реактор, лабораторное оборудование, больше 2,5 тонн прекурсоров, 63 килограмма мефедрона и свыше 700 килограммов наркотического средства в ранней стадии готовности. На месте задержаны двое так называемых варщиков, которые приехали в регион из Кабардино-Балкарской республики. Спустя несколько дней полицейские вышли на след предполагаемых сообщников, выполнявших роли межрегиональных курьеров и держателей оптовых складов. Например, во Владимирской многоэтажке был задержан молодой человек, который хранил в арендованной им квартире 25 килограммов мефедрона. Полицейские завели 7 уголовных дел.